Приветики всем, с вами я, Мари. Сегодня у нас будет челлендж «Попробуй не обосрись», то есть не испугайся. В принципе, я подобрала очень страшную игру, которая находится в Роблоксе, и наша главная цель – не обосраться. Кто-нибудь поставьте лайки. Подпишитесь на канал. Что ж, мы приступаем. Что ж, карта называется «Вторжение следующего бота». Для тех, кто не знал, я в эту игру играла несколько раз, и капец, она очень страшная. Игра заключается в том, что там next-боты. Всякие рандомные страшные картинки, даже они могут быть смешными, но могут напугать тебя. Так вот. Ладно, не будем затягивать, в принципе. Давайте-ка поскорее начнем играть в вторжение следующего бота. Смотрите, ребят, я уже нашла эту игру. Вот, NextBot Invasion вдохновлен Gmod и классик The Horror Mansion. Совет следующий бот и рейгинг каждую последнюю секунду, поэтому вы должны бежать, прятаться. Это все неинтересно. Зовут тролли, випы всякие, геймпасы. Ну ладно, сейчас мы зайдем. Кстати, ребята, там Шрек, помогите, Шрек. Я чисто запросто появилась, где Шрек? Ой, не надо меня убивать. Я вообще в твоем болоте ничего не делала, в твоем болоте особенно. Ладно, пора бежать, рискну. Главное не подскальзываться на луже. Будем отсюда вот смотреть. Чтобы вы знали, NextBot уже закончился. И сейчас, через последние секунды, появится следующий NextBot. Вот, Саник. NextBot Саник, видите? Ой. За что? Он не страшный, а смешной. От него прям хочется смеяться. Ты слишком медленный. Ну, спасибо за комплимент. Чё, не надо, дружище, не надо. Спидран. Спидран по Майнкрафту время начинать. Саник, за что ты злой? Очень, за что ты... Злой, Саник, пожалуйста, не злись! Саник, не злись, пожалуйста, не злись, Саник. Воу-воу-воу, полегче. И, кстати, у меня 3 сердечка. Если я испугнулась, это значит, что я проиграла. Опять спидран? Не, я, в принципе... Ой! Там этот Саник, блин! Саник меня очень сильно напугал. В кавычках. Я не напугалась. Воу, полегче, дружище, полегче. Воу. Что ж, NextBot закончился. Ждем нового NextBot'а. Тут есть NextBot'ы: Ахено, Бабайка, Джуглер, Сутня 666, Джефф, Амбуш, Хэппи, какой-то Чел, какой-то еще один Джефф, Филипп Хэд. Филипп! Здорово, Филипп! Филипп, здорово! Давно не виделись, Филипп! За что ты всех убиваешь, Филипп? Голова.
Да мне все равно, что ты голова просто обычная. Где этот Филиппчик? Блин, я испугалась! Ладно, минус сердечко. Минус одно сердечко. Ну что ж, у меня осталось две сердечка. А чё они сдохли? Они просто так сдохли, что ли? Эй, чувак. Я астероформ какой-то. Нет, нет, это не считается. Блин, ребят, это не считается. В принципе, это не считается. Поэтому всё. Это не считается. О, нет. Головной побег. Мне нужно как-нибудь от него спрятаться. От этого Филиппчика. Но где этот Филипп? Ой, 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 ой. Пора бежать. Классная, хорошая нычка, девочка. Нет, Филипп, не надо. Прошу, Филипп, не надо. Не надо, Филипп. Не ходи туда, девочка. Там может быть прятаться этот Филипп тупой. Ну что ж, я выжила. И ты, и только три человека выжила. Действительно. Так. Так, ну, в принципе, мне нужно ожидать какого-то нового некст-дебата. Ну и чё? Rush? Rush? Next-bot? Rush? Нет! Ерунда. Что же? Не узнавайте. Жир на заушниках в жизни. Блин, ребят, простите, но это не счит... Это не считается, поэтому у меня осталось одно сердечко, блин. Нужно не пугаться, нужно не пугаться. Если там раш, 100% будет считаться, что я обосралась уже. Ну, его нету, это отлично. И сейчас раш... Действительно, но я не испугалась. Я не испугалась, но я не выжила. Что за трэш? Какого фига? Что ж, одно сердечко. Это что за трэш только что был? Я встретила там Раша. Ребят, ребят, там раш. Быстрее бежим. Здесь. Ох. Ну, я, к сожалению, не выжила. Ну, ладно. Будем играть дальше. Замечательно. Так, next bot еще есть также Дисмен, Smiley Dog, SCP-086 по моей памяти, проклятие, Angry Munchy, белый какой-то. Почему он белый? Не знаю. Говорила только что о проклятии, и теперь она здесь. Ну, просто-запросто замечательный некстбот, и не страшно, так ведь? Нет, это мне, по моему мнению, он не страшный. На самом деле, по некоторым людям, этот некстбот страшный. Чё-чё, пошла нафиг. Она где-то там. Если чё, прибавлю звук, чтобы быть с ней на связи. Не слушайте её. Хорошо, мы не будем её слушать. Ох, ох, не надо так пугать, не надо так пугать. Пожалуйста, не напугайте меня. А вот от этого я ещё не ожидала.
Блин, за что так пугать? Но я все равно не испугалась. Просто за просто замечательный NextBot. Ой-ой-ой, там кто-то идет. Наверное, она гонится за этим чубаком. Ну и где они? Ой, капец, капец. Она там. Окей, замечательный музон, но нужно заканчивать это все. Я закончил видео до того, как я не испугаюсь. То есть, как я испугаюсь. Бот гифка Dancing Dog. Прости, ты танцующая собака только что сказала, танцую до сих пор, как ты умрешь. За что такая дружелюбная собака, ну, может убить тебя? Выглядит как булочка с корицей, но на самом деле может убить тебя. Ух, не надо, я лучше пойду обратно. Я пойду по этому пути. Чё, там кто-то есть? Бля, чё? Там свет. Оно выглядит как свет. Ты чё сейчас было? Ребят, ну и где эта танцующая собака? Ё-моё, она там. Чё? Чё фиолетовая собака такая? Это чё сейчас было? Я думаю, что прямо сейчас... Я обосрусь. Принципен Гаремунчик, какое-то еще одно проклятие белое, Раж, белый, Десмен, черный, Йоши, Дрипгоп, Шрек, Энгри Мунчи, черный, Пинхед, Аони, Саник, Раж, Селена, какая-то Сигма, Троу и... Вот, Десмен. Ссылка на зону 51. Ой, не надо идти ко мне. Да, капец. Что ты будешь делать? Пойди ты нафиг! Пойди ты нафиг! Пожалуйста, иди! У меня мурашки по коже, боже мой! О боже, он в ярости! Не говорите, что он там. Не говорите, что он там. Ну, звуки отсюда уходят. Блин, спи! Если вы любите играть в похожие игры, как вторжение следующего бота. Всем удачи, всем пока-пока.